Всем привет, меня зовут Серебряков Сергей, это проект «Трени». Снова у меня корреспондент, но девочка. В общем, зовут ее Вика. Перед началом мы ее замерили, взвесили. В общем, там не очень все хорошо. Много жира, мало мышц, хотя есть некая тренированность. Но это мы проверим дальше, насколько она хорошая или плохая. От этого проекта я жду прежде всего то, что я наконец-то достигну той формы, которую хочу, которая у меня когда-то давно была, но, к сожалению, за последние годы она была потеряна. Первую неделю у нее будет все тело за одну тренировку. Будут прорабатываться ноги по одному упражнению на каждую группу мышц, спина, грудные, ну и плечики. Этого будет достаточно для того, чтобы вклиниться в процесс. Ну, естественно, поясничный отдел будет, и упражнение на пресс тоже будет у нее. А дальше уже разделим по группам мышц и будем тренировать уже исключительно отдельные группы мышц. Первое упражнение у нас – это упражнение на поясничку. Там особенность какая? Нужно упор установить на уровне подвздошной кости, то есть чуть ниже пупка, для того, чтобы исключить движение в тазобедренном суставе, для того, чтобы у нас ягодички не включались в работу. И работали исключительно длиннейшие мышцы спины и мышцы поясницы. Вот. И нельзя переразгибаться, то есть тело должно устраиваться в одну линию. Вот основные нюансики. С большим весом я бы не рекомендовал делать. Большая нагрузка на поясничный отдел, что может привести к травме. Второе упражнение – жим ногами в тренажере. Ну и все остальные упражнения у нас тоже в тренажере, пока свободных весов не будет. Там основное, что ноги должны быть чуть выше на платформе, это для девочек важно, для того, чтобы сместить нагрузку на заднюю поверхность, на ягодички и на бицепс бедра, для них это важнее, но квадрицепс здесь тоже будет работать. Стопы, носки чуть разведены в стороны, коленочки ходят строго в проекции с носком. Сводить ноги нельзя категорически. Полностью выпрямлять ноги тоже нельзя. Коленочки должны быть подсогнуты, оставаться в конечной фазе. Следующее упражнение – это у нас упражнение на мышцы спины. Тяга вертикального блока. В общем, основные какие нюансики? Тело должно быть вертикальным, назад отклоняться максимум 10 градусов. Тягу делать исключительно перед собой, за голову нельзя категорически. Далее, локоточки должны идти параллельно телу, назад уводить их нельзя, потому что резко идет нагрузка с широчайших. И саму планку тянуть до подбородка, ниже не нужно, не обязательно опускать. Следующий у нас жим для грудных мышц в тренажере. Ну, основные моментики – руки полностью не выпрямлять, оставлять чуть подсогнутыми, с тем же моментом, чтобы у нас не нагружался сустав и не травмировал мы его. Основное – плечо должно быть где-то градусов 80 от тела, не выше, в допараллель не нужно. Здесь сустав в невыгодном положении, неестественно, легко его травмировать. Ну и за тело туда уводить далеко тоже не нужно. До параллели. И последнее упражнение, которое было, предпоследнее, это у нас на среднюю дельту. Почему именно на среднюю? Передний пучок у нас на жиме поработал, задний пучок у нас хорошо поработал на тяге, он там включается в работу. Средний пучок у нас недополучил нагрузки, поэтому мы отдельное упражнение его делаем. Основные моменты, какие бы нужно учитывать, это плечо не поднимать выше параллели, не доводить до параллели, ручки обязательно строго в сторону, стоять ровно, перед собой не надо вот так выкидывать и делать плавно, особенно вниз. Гантели тоже не крутить, кисти не сгибать, это все снимает нагрузку с самой дельтовидной мышцы. Ну и последнее упражнение на пресс. Нужно делать обычное скручивание. И категорически я против подъема корпуса. Почему? Потому что мышцы пресса уже не сокращаются, вернее, там одна мышца, она работает в статике, как стабилизатор, а все упражнение сгибания делает мышцы поясницы. Поэтому нужно всего лишь скручиваться, не отрывая поясничку, если вы хотите точно воздействовать на прямую мышцу живота. Это все, что касается сегодняшнего дня было. А в следующий раз мы уже будем тренироваться полноценно, будем тренировать красные мышечные волокна.
будет у нас статодинамика. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. А дальше уже начнем потихоньку тренироваться. И цикл будет разделен, микроцикл будет на 4 недели разделен. Будем тренировать красные мышечные волокна, белые мышечные волокна. Вот. Будет у нас еще легкая неделя для того, чтобы дать отдохнуть эндокринной системе, потому что мы ее будем напрягать, нам нужно много гормонов. Вот примерно вот так будет строиться ее тренинг. Соответственно, питание будет ей написано достаточно строго, потому что очень много жира, его надо убрать оттуда. Вот. Ну, посмотрим, справится она, не справится. Самая большая проблема – это у нас, конечно же, с питанием у всех. Ну и выдержит, не выдержит тренировки, посмотрим тоже потом. Потом они будут сложные, тяжелые.